Покажи Windows 7 ошибку. Баг. Вот тут такая полоска видна. Вот тут вот такая вот видна. Вот тут вот. Вот эта полоска вот видна. Вот когда играет видео, видеокарта вот. Загрузка видеокарт, но теперь вот она столько загружается. Вот GPU load пишет. Вот как слабо он загружен. А ведь мог бы на всю катушку загрузиться и вот этих линий не быть, полосок, но почему-то Windows не загружает на всю катушку видеокарту. Вот, как слабо загружает GPU load. И от этого эти полоски видны. Вот еще раз. И она почему-то Windows это не видеокарту загружает, а процессор загружает. Вот когда играет видео. Так. Вот. Так загружен процессор сильно. Вот. Она и карту загружает, но и процессор загружает. У меня еще этот бенч тест и шел, поэтому тут. Но 130 МГц работало. Ну тут этот процессор. Так. 151 МГц. Вот 139 МГц видео играет, 200 GPU memory clock 202 МГц, GPU core clock 139 МГц. Вот как слабо он работает. Память его тоже мало усит, memory усит. GPU load вот очень мало загружено. Вот опять покажу эти полоски. Тут пока не очень видно. Вот тут вот полоска такая. И почему Windows не хочет загрузить видеокарту, загрузить, а загружает процессор. Вот полоска. Какая-то. Вот этот показывает. Вот тут вот загружалась карта, но вот теперь 600 МГц GPU Core Clock. Уже 200 МГц. Все равно на полную катушку видеокарта не загружает. Тут еще вот это может загрузило. Вот какая ошибка у Windows есть. Windows 7 64 бит. Вот. Гигабайт 64 бита система. У меня на Linux тоже все нормально работает, а на Windows на другом компьютере тоже такие полоски есть на Windows 7. Не понимаю, почему Windows 7 такая ошибка есть. Вот нашел, как исправить эту проблему. Чтобы ее исправить, нужно вот тут
Advanced System Settings тут выбрать, потом тут Settings и вот тут выбрать вот Visual Styles and Windows and Buttons, вот этот, кажется, нужно просто выбрать эти, потом все остальные сами прибавляются. Вот попробую вот эти все убрать. Этого Enable Pick даже не было. Вот тут Visual Styles and Windows and Buttons. Посмотрю теперь, или эти полоски пропали. Вот, теперь появились они. Так что... Visual Styles and Windows and Buttons недостаточно, нужно еще что добавить. Enable Desktop Compositions, видимо, надо еще выбрать. Ну, а теперь нет полосок. Но все равно, вот видеокарта на 329 МГц. GPU Memory Clock 202 МГц. Все равно видеокарта в полную катушку не загружается. А процессор вот загружается почти в полную катушку. Вот. На весь экран сделаю. Но когда мышки начинают дергаться, тогда видео ухудшается, кадров меньше становится. Вот что это, я на весь всем экране был, вот немножко видеокарты процессор загрузился, но не на всю катушку. Вот там может, чтобы не перегреться, он тут в какой-то мере. Этот вот на все почти загружался тоже процессор. Вот такая видеокарта без вентилятора. Вентилятора Silence Move профиль 2 ГБ оперативной памяти. Вот на 430 МГц работает. GPU Core Clock 455 МГц. Процессор вот загружается сильно. Вот тут Enable Transparent Glass можно убрать. Вот тут не обязательный. Главное, что было Enable Desktop Compositions. И Visual Styles and Windows and Buttons.
Ну, а теперь 227 МГц вообще. Карта загружается. Есть 40 МГц ГПУ. Ну вот я мышкой двигаю, и он подстригивает, как бы тормозит так временами. Не на полную катушку работает. Хотя видеокарта не загружена, вот на 253 МГц. Поэтому она могла бы как-то и побольше подгрузиться. Ну тут такой еще для карты какой-то Aorus Graphic Engine. Вот. У меня в прошлый раз завис и синий экран вылез. Когда при лаунче вот этой программы запустил. Ой, теперь то самое. Ну, Pin Physical Memory to Disk пишет. Вот такая ерунда. Может, из-за этого...